Знойный июль 43-го лета в жаркой безлюдной степи. Эх, дотянуть бы, дожить до рассвета. Будь начеку и не спи. Шли эшелоны на марше колонны, выступ у Курска дубой. Нам воевать на Воронежском фронте. Дальше к востоку степной. По полевому приказ телефону ставят задачу пока пушки зарыть, укрепить оборону. Цель — измотайте врага. В сине небесный редкий птиц душу терзает их крик. Взяли две линии приступом фрицы, в третьей мы встретили их. Рвы не сдержали, колючка и доты армии вермахта юг. Сверху бомбили в пике самолеты, трупы валялись вокруг. Страшный напор, и осталась надежда только на бога войны. Мы ж вручали, бывало и прежде, жизни часы сочтены. Смяты окопы, избита пехота, рвется к нам танковый клин. Капли соленого, горького пота, день продержаться один. Наши расчеты застыли у пушек, грянул раскатами залп. От канонады заложены уши, взрывы и огненный шквал. Их корпуса ощетились сталью, волны и ночью, и днем. Атаковали нахрапом, нахально, нет, мы еще поживем. Небо не видно, бьет батарея, слева и справа огни. Тигры горят, это наши трофеи, здесь не прорвались они. Нас обойти попытались по флангам. Жаль бронебойным, не марш! В груды железа смешались фаланги, сбили с фашистов кураж. Тигры, пантеры попали в засаду. Целься, не дрогнет рука. Мы не жалели ни пуль, ни снарядов, их прожигая бока. Брошено все, что имели из тыла. 34-е в ад. Нас же родная земля защитила. Смерть перетерпит солдат. От артиллерии только лафеты. Контрудар поутру. Мы продержались, дожив до рассвета. Белгород взяли и Харьков тем летом. Дальше дорога к Днепру.